Уникальный случай зафиксировали фотокамеры природного заповедника Больших Панд Валун, который находится в Сычуане. Впервые в дикой природе удалось обнаружить двух бамбуковых медведей, которые, как предполагают ученые, являются близнецами. Две панды, схожие по возрасту, живут вместе. И это совсем не похоже на брачный союз. Такого исследователи еще не видели, поскольку известно, что эти животные в естественных условиях предпочитают одиночество. Обычно панда покидает своих детенышей, когда им исполняется 2 года. Если эти бамбуковые медведи играют вместе, значит, они могли вырасти вместе у одной матери. Чтобы проверить свою догадку, сотрудники заповедника собираются провести тест ДНК. В случае положительного результата мир ждет маленькая сенсация.